Всем привет! Сегодня 10 апреля. Рабочий день у нас уже начался. Техника уже была на заправке. Сейчас начинаем разбирать бороны и класть ее на хранение. Сейчас вот вдали слышен гул кировца. Он тащит свою борону. Ну вот так, короче. Сейчас он разберет ее и поедет цеплять дискатор. Будет обрабатывать поля, которые заросли. Вот и кировец. Голосистый. Тащит свою борону. Ходери. Так, нельзя куда гулю, а куинди. Чем нет? А сами плюс куинди. Парень куре. Хочешь ли мало голода? Вот мне полгода к тебе. Надо жить, блин. Нет, мы не будем, да. Не верим, не, блин. Вот заброшенный участок поля. Идет прочистка. Деревья простые. Камней много находим. Кировец зацепил дискатор. И сейчас вот по заросшему участку проходит. Постепенно все расчищается.